Олимпийские, Европейские игры, это мы так понимаем. И надо выступать дома достойно. Не хуже выступления, чем на Европейских играх первых в Баку. Будет здесь 16 финальных заездов, значит, 12 олимпийских и 4 неолимпийских. Но это все равно зрелище будет такое, запоминающее. И, я думаю, внутренняя конкуренция соревнований будет очень серьезная. Любой спортсмен хочет золота, поэтому будем просто идти к этой цели, а дальше уже как нас рассудят дистанции. Европейские игры с миром наравне в этом году стоят. И те очень ответственные соревнования, поэтому будем стараться. Пожелание, чтобы болельщики пришли на вторые Европейские игры, которые пройдут у нас в Минске. И отдельно хотелось бы пригласить именно на греблю и байдарка каноэ, так как это вид у нас один из основных в нашей стране. Приглашаем всех на Европейские игры!